Всем доброго дня, друзья! Показываю декабрист, который я пересадила где-то неделю назад. Посмотрите, какой он шикарный. Думаю, чувствует он себя неплохо после пересадки. Вот, думаю, что пора его, наверное, поливать, потому что уже прошло 2 недели, прошло уже. Ой, тут у него засохли вот внизу сегментики. Наверное, пора его все-таки полить. Посмотрите, вот сухие. Думаю, что да, буду его поливать. А так, в принципе, он такой вот шикарный. Шикарный цветочек. Не знаю, может быть, удобрить его или все сразу. Мне кажется, не стоит этого делать. Думаю, все-таки просто его сейчас пролью. Вот. Хотя в квартире сейчас у нас так прохладненько. Я думаю, что... Ну, чуть-чуть можно полить. Я думаю, что он весь сухой уже. Конечно, хотелось бы посмотреть, как он цветет. Это очень красиво, я думаю, будет. Но... я не уверена, что сейчас он будет цвести. Обычно они цветут в декабре. Но посмотрим. Я его не поливала. Было прохладно. Может быть, и зацветет. Хотя женщина сказала, что он у нее цветет в декабре. И то он у нее в последнее время цвел очень так... не обильно и очень плохо цвел. Практически не цвел, она говорила. А раньше она говорила, да, когда он весь в бутонах, это очень красиво смотрится. Вот такой вот цветочек у меня появился. Красивый. Всем спасибо за внимание и всем отличного настроения. И до новых встреч. Пока, друзья.